Вот я вам прочту сейчас стихотворение, вот что мы пока сидела. Про Новый год тоже такой, привет, новогодний год. Новый год, и сердце биться стало трепетнее лани. Снова хочется влюбиться, не боясь желаний. И как в юности наивной видеть, слышать, понимать. И от слов его пьянящих снова голову терять. Про обиды, беды, боли просто взять да позабыть. И учиться у природы жить с нуля, творить, любить. Чего я вам и желаю. Спасибо. Слова, и не можем, конечно, да, подарочек, конечно, вставай рядом с дедушкой, потому что кроме подарочка своего, мы с Тамарой вручаем медаль за заслуги в культуре и искусстве, тоже очень, я хочу сказать, престижная награда. Мы сегодня получили 5 медалей, они, видите, все разные, и я очень рада, что так получилось. И мы Тамару не можем не отметить, потому что, еще раз говорю, это наш не только постоянный автор сборника, но и постоянный автор наших всех мероприятий, что немаловажно. Мы должны действительно друг друга поддерживать, в этом наша сила. Спасибо огромное, Тамара. Спасибо. Спасибо. Медаль. Да, потом поживай отдельно.